Всем здравствуйте, меня зовут Гундыбин Станислав Валерьевич. Я главный тренер сборной МГТУ имени Баумана по боксу. Сегодня мы с вами разберем, какие удары в боксе существуют и какие виды защиты. Первое упражнение, которое мы разберем, это прямые удары. Левой рукой одиночные удары сильнейшей рукой. Также будем бить два удара. Это двойка. Основные ошибки. Локти должны быть на животе, кулаки расположены у подбородка. Второе упражнение – удары сбоку. Удары сбоку также будем пробивать с двух рук. Одиночные, что как с левой, так и с правой руки, также будем пробивать два удара. Основная ошибка – локти должны быть также на животе. В момент удара локоть поднимается параллельно полу. Третье упражнение – удары снизу. Удары снизу будем бить как по голове, так и по корпусу. Левой рукой мы пробиваем по печени, сильнейшей рукой правой мы пробиваем по селезенке. Удары снизу пробиваем от головы, основная ошибка – это замах. Бьем без замаха, руки идут от головы. Четвертое упражнение – это защитные действия, защита от прямых ударов. А именно защитное действие называется уклон. Уклоняемся от передней руки и от сильнейшей. При уклоне переход веса тела на левую ногу, на правую. Руки также прижаты к подбородку, локти на животе. Пятое упражнение, также защитное действие – это нырок. Нырок выполняется в боевой стоечке, как в движении, так и на месте. С шагом влево, шагом вправо и с движением вперед-назад.